Гипоплазия эмали. Да, гипоплазия эмали – это некариозное поражение, которое возникает на этапе формирования зуба. То есть в процессе беременности в организме мамы произошли какие-то изменения, которые привели к нарушению развития зуба. Иногда родители видят странные пятна или полосочки на зубе, а иногда на зубе эмали нет совсем. Представляете, молочный или постоянный зуб не становится таким со временем, а он уже прорезывается с дефектом тканей. Это не только эстетический дефект. Такие зубы более чувствительны к горячему, холодному. На них быстрее образуется кариес и более интенсивно скапливается мягкий налет. Если поверхность зуба абсолютно гладкая и нет чувствительности, то это пятно можно оставить под наблюдение и ничего с ним не делать. Если есть нарушение целостности эмали или эмаль полностью отсутствует, то такие зубы обязательно требуют восстановления. Бывают генерализованные случаи несовершенный амелогенез. Это уже генетическое заболевание. В данном случае лечение – это временные композитные пломбы, которые улучшат эстетический вид и функцию зуба. После того, как прикус полностью сформируется, будет тотальное протезирование. Если вы заметили на зубах ребенка пятно, полоску или какой-то другой дефект эмали, записывайтесь к нам в Dental Fantasy.